Офигеть, Джайгейл. Ну вообще. Слушай, дай я пожму тебе руку. Я следил за тобой, ты делаешь очень хорошее дело. Значит, ты парень с радио? Да, это я. Голос свободного кирата. Раби Рейрана. Вот, за тобой сила. А мое оружие — слова. И, как говорят, перо острее меча. Короче говоря, я как Раш Лимба, но с душой и совестью. И чем больше людей я отвращу от Пейгана, тем меньше ты убьешь. С этим не поспоришь. Но я-то сам могу не так много. Я несу правду и обличаю лжецов. Но кто-то должен испачкать руки. Вот глянь, например, на Чоту. Он по жизни грязный, но так уж вышло. Пистолеты у нас только водяные, кстати. Радищики, мирные люди, понимаешь? А для борьбы со злом нужны бицепсы и что-то там еще. Нравится что-нибудь? Мне лично нравятся красные. Пурпурные поднимают настроение. Хотя тут все отличные. О, только не желтые, их не бери, они могут убить. Смесь не совсем проработана. Кстати, я доктор Эрнхард. Ну, с утра вроде был. Да, я Джейсон. Дэнни сказал, вы можете помочь, и что у вас мой друг. Я Хёрк. Я кое-что слышал о тебе. Мистер, пойди не знаю куда и надери всем задницы. Поэтому я здесь, мы с тобой вместе. А значит, сраный Золотой Путь обречен им как ждёт. Золотой Путь — это мы, блин. Парень, я ни хрена не понимаю, что ты там лопочешь. Я вашего языка не знаю, короче. Думаю, ты имел в виду, что обречена армия короля. А Золотой Путь — это мы. Чел, серьезно? А я-то думаю, что это на меня все косяка давили, когда я про Золотой Путь говорил. Теперь вкурил. Окей. Новый план. Упреждающий удар кавалерии. Позови меня и бум. Мы с парнями поможем тебе. Или... Золотому пути. Золотому пути, точно. Мы с тобой тату, братаны. Ну, прям как в сказке. Давай, вперед! Хуан, где ты всему этому научился? Я сосал молоко поражения и отчаяния, пока не начал молиться богине Рома и Огнестрела. И она была ко мне добра. Си, мне все стало ясно. Типа укатать, как умотать? Не, приставки разные, а значение то же самое. А, типа как сцепить, зацепить? Да. О, черт. Ом нам Шивая, 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 Шивая. Ом нам Шивая, Шивая. Здравствуй, брат. Ты попал в обитель света, куда нет пути демонам внешнего мира. Расслабься. О, брат наш, Ом нам Шивая, Шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. И очень недорогие. Ага, за все надо платить. Да. Мне видится? Нам видится. Нам видится? Ты хочешь знать, кто мы? Да, я Йоги, а это Раджи.